Приветствую дорогого зрителя на своем канале, с вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. Итак, я упаковал подарки победителям, кто играл, кто участвовал в розыгрыше. Огромное вам спасибо за участие. 4 подарка у нас вышло. Итак, книжка по виноделию уходит в Люберцы, Московскую область. Остальные все 3 справочники садовода, вот такие. У нас в этот раз получаются все дальневосточники, то есть Хабаровск и Амурская область, и Хабаровск. Один справочник мне удастся передать лично в руки, а остальные все по почте. 4 приза упаковал. Теперь, кому желается приобрести подобные книжки, я еще не подумал, будем ли еще разыгрывать, но на всякий случай я ссылочку оставлю в описании под видео на интернет-магазин, где можно заказать по почте подобный справочник. Справочник очень хорош, здесь таблицы обработок всех плодовых, ягодных кустарников, плодовых деревьев, ягодных кустов и винограда, прививки. В общем, справочник очень полезный и интересный. Как правильно садить, и много-много здесь советов. Над этим справочником работали специалисты. Справочник выпущен ЛПХ Макаревич. Спасибо Макаревичам за подарки, присланные мне, и дать возможность подарить моей аудитории. Летом мы были у них. Смотрите плейлист «Владивосток Уссурийск». Это съемки в основном проводились у них в питомнике. Как там у них чисто, красиво, и в общем-то по этим справочникам нужно делать уход. Ну, я так считаю. И, конечно, подписывайтесь на мои группы ВКонтакте, группа Клуб Садоводов Хабаровск. Я там буду проводить розыгрыши. Как видите, это проще и, ну, как-то проще, просто проще для всех, и для меня, и для вас. И вторая группа «Саня в деле». Там, конечно, у меня совсем другой. И канал, соответственно, есть «Саня в деле». Я ссылочки все дам внизу под видео. На той группе я буду разыгрывать уже призы соответствующей тематике моей группы и моему каналу. Там тематика у меня совершенно другая. И кому интересно, пройдите на канал и в группу, посмотрите. Все сами увидите. Если будет желание, понравится, то можете подписаться. Я буду очень рад вас видеть в числе подписчиков на дополнительных моих аккаунтах. И также есть группа еще в Одноклассниках, тоже группа Клуб Садоводов Хабаровск. Спасибо всем огромное за внимание. Завтра утром, в почтовый ящик, конечно, такое не влазит. Завтра в течение дня я отправлю сам или попрошу кого-нибудь с работы. Я уезжаю просто у нас там на объекте, работаю далеко от города. Завтра они будут, в общем, отправлены. Встречайте, получите, отпишитесь. Отпишитесь просто о том, что как они вам понравились. Мне интересно будет. Я сам, если честно, я его весь не читал. Ни разу. Просто времени нет. Бегло просмотрел, понял, что очень полезные таблицы. Прям полезные. Что им еще добавить? Как обрезать виноград? Ну, прям четко все обозначено. Просто классно. Молодцы, Макаревичи. Хороший сделали, полезный справочник. Стараются для нас. На этом прощаюсь с вами надолго. Спасибо всем огромное за внимание. С вами был Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. Всем пока. И сейчас обрабатывается ролик следом про выгонку гиацинтов. Я загружу сегодня вечером его. И там еще несколько роликов, но это уже на следующие дни.